Немножко о том, как мы отправляем инкубаторы. Значит, предварительная упаковка у нас идет вот в таком виде. То есть мы защищаем углы картоном, мозги обязательно со всех четырех сторон. Мы упаковываем их в плотный картон. То есть низ также везде у нас прокладочки идут. Это наша предварительная упаковка. И сверху обмотана стретч-пленкой. То есть после того, как мы инкубатор доставляем в транспортную компанию, или же транспортная компания сама к нам приезжает на забор груза, инкубатор устанавливается на палетный борт. Я думаю, все знают, что такое палет. То есть везется он в стоячем положении. Ни в коем случае я не разрешаю свои инкубаторы перевозить лежа где-то на спине, на боку, только в стоячем виде. Устанавливается, значит, инкубатор на палетный борт. Все это дело ремнями фиксируется от палета. К сожалению, нет у меня возможности снять видео в самой транспортной компании, так как они противники, когда что-то у них снимают вообще на видео. То есть снимать на территории транспортной компании любой, причем сейчас почему-то запрещено. Ну, вкратце расскажу. Устанавливают на палетный борт, фиксируются ремнями. Вот так вот. И сверху я прошу всегда отправлять не в обрешетке. То есть что такое обрешетка? Это сбитая рамка вот так вот или крест-накрест с каких-то досточек. Это для меня не то. Пусть эта чуть-чуть упаковка стоит дороже, палетный борт называется. Ну, она всего дороже на 300 рублей. Но инкубаторы всегда приходят в целости и сохранности. То есть после установки на палетный борт, фиксации инкубатора, набирается палетный борт. Он 150 мм шириной, такие планки, как забор. И он со всех сторон набирается как ящиком. Сверху закрывается крышкой. И вы уже, когда приходите в транспортную компанию, вы можете видеть, вам на тележке выкатывают в палетном борту. То есть выкатили вам короб, уже при вас могут снять палет. Палеты они вам не отдают, потому что это собственность транспортной компании. А вот в таком виде, как у меня уезжает инкубатор, вот в таком виде вы его и заберете в транспортной компании. Что касается, я всегда прошу визуальный осмотр делать. То есть специально ставлю стретч-пленку прозрачную, чтобы вы могли сделать визуальный осмотр инкубатора. Разбито стекло или не разбито. Есть вмятины на боках, наверху, где-то угодно. Если есть, то сразу звоним мне, обращаемся в транспортную компанию сразу с предъявлением претензий, что у нас повреждена та или иная вещь. И мы уже с этим делом разбираемся. Потому что были у нас такие случаи, когда транспортная компания что-то ломала. Что касается транспортной компании ПЭК, ну не хочу оскорблять, но у нас работают одни таджики, где мне три инкубатора 3 года назад просто размолотили в хлам. То есть стекла были разбиты, и я с ними выяснял очень долго отношения, как говорится, дело дошло практически у нас до суда. Ну, компенсацию получил человек. Ну, все равно неприятно, когда вещь приходит какая-то разбитая. Со своей стороны, я всегда стараюсь инкубатор отправить в целости и сохранности. Я за это также несу ответственность, как и перевозчик. Поэтому стараюсь всегда людям говорю, не пожалейте 300 рублей на палетный борт. Это гораздо надежнее, чем деревянная обрешетка. Ну вот, наверное, пока и все, что хотел я вам рассказать по отправке данных своих инкубаторов.